Вкусный сладкий пирог из черешни готовится очень просто при условии, что у вас есть готовое песочное тесто и немного варенья из черешни, можно и из вишни. Попробуйте, вам понравится эта выпечка. Черешня – моя самая любимая ягода из всех. И поэтому в сезон черешни я покупаю ее почти каждый день. Собираю хорошие рецепты с черешней. И такой пирог мне очень нравится, а мои домашние просят приготовить его снова и снова. Пирог хорошо хранится в холодильнике пару дней. 1. В рецепте используется готовое песочное тесто, а если вы хотите приготовить его самостоятельно, то на этом сайте есть много хороших и простых рецептов. Важно, перед приготовлением пирога песочное тесто нужно охладить в холодильнике минимум 30 минут. Охлажденное тесто раскатайте в пласт и уложите в форму для выпечки, смазанную маслом. Слегка утрамбуйте донышко, оформите бортики и удалите излишки теста. 2. На дно выложите и распределите 2 столовые ложки варенья из черешни. 3. Выложите всю черешню без косточек и залейте еще 2 стл варенья. 3. Выложите всю черешню без косточек и залейте еще 2 стл варенья. 5. Выпекайте пирог при 180 градусах в течение 40 минут или до тех пор, пока пирог не станет золотисто-коричневого цвета. Дайте пирогу остыть, затем извлеките из формы. Посыпьте пирог из свежей черешни сахарной пудрой и подайте на стол.